Так, ребяточки, наконец-то. Мы уже ловили на поплопоппер на вот такую фигню. Вот. И когда мы увидели наконец-то красноперку, то возле красноперки проплыл вот этот голавлик. Может быть, это не он, но он проплыл. А вот колесик. А может, не видишь? Тихо, не пухайте. Да, это голавль, это не таранушка. Да. И вот такой красавчик взял на жука, причем он взял не на плюх, а я кинул, голавль где-то рядом крутился, он услышал, и потом я просто вот так долбил, чтобы вокруг расходились волны, и он с удовольствием взял моего жучка. При этом расцветка у жука, я бы сказал, не майская, но... А я морально помогал. Да, спасибо товарищу. Вот такой красавец. И это доказывает, что мои жуки работают, если рыба есть. Работает однозначно. Ну, во всяком случае, мы сегодня этого головля первого в воде увидели. Да. До этого сколько ходили, вообще не видели. Причем он даже не сомневался, он понюхал жука, ему понравилось, и он его взял. В чем прикол этой рыбалки, что его реально видно. То есть ты контролируешь полностью весь процесс. Не, ну красавец. А вот такой жучок. Жалко, на экшен камере батарейка села, потому что мы уже целый день гуляем, перепробовали все. Оп. Так, ну все, ребятки, давай, расти большой. Теперь я правильный рыбак, я выпускаю. Хотя, блин, ну сколько мне, ну полкило, жалко, думаю, есть. Жалко, выше не весы. Все, пока. Жука. Снова уже было два выхода. Гуляет. Жук работает железно. Может, ему не понравилось вот это. Может, он его укололся. Да? Может, он его узнал. Не знаю, надеюсь, это другой. Ну, тоже не мелкий, видно, что такой. Ох, и хороший. Ой, ну тут киловка стопроцентная. Полностью сожрал. Да, нашли мы головника. Так, сейчас попущу. Блин, сейчас батарея сядет. Давай аккуратно. Блин, ты у меня сигналка, что ли? Красавец, вот это красавец. Вот это килоха есть, наверное. Подожди, не выпускай, мне надо с ним тоже сфоткаться. Да, мы с тобой сфоткаемся, тебя отпустим, друг. Это мы ловили в Запорожье. Сегодня 9 июня, в день рождения моей любимой жены. Вот такое приятное утро.